Доброго утра. Привет, Владивосток. Привет, всем привет. Умирает. Вообще становится скучно, жутко неинтересно. Подписчиков все меньше и меньше. Никто не смотрит трансляции, это уже не знаю почему. Но сейчас вот в Инстаграме появились какие-то функции новые. Инстаграм. Тольятти, привет. Да, я богиня. По поводу фотосессии. В Инстаграме пиши, в Инстаграм, в Дирик, я отвечу. У нас не хата, у нас дом двухэтажный. Здесь безумно хороший свет, да? На улице плюс 30. У нас хорошо. А мы с Ваней виделись, по-моему, один раз здесь. Он приезжал с дочкой. Мы посидели, покушали, как люди. Ничего не снимали для вас. Вот. Привет. Короче, я думаю, что, наверное, надо удалять уже аккаунт с Перископа, потому что это скучно, это неинтересно. В России, я думаю, что летом, наверное, если все будет хорошо, на пару месяцев я заеду, потому что у меня у мамы 21 августа день рождения. Вот, то есть, я думаю, что, скорее всего, в Инстаграме уже появилась эта функция. Мам, кстати, если ты меня видишь, смотри, зацени меня, мои пики. Кстати, не раздаюсь практически с поясом. Девочки, вам тоже советую, чтобы животы не росли ваши. Да, я... Почему худею? Я держу свой вес. Вес у меня сейчас 60. Реально 500 грамм я пополнила. Конечно, секси. Что я там написала свой профиль в Инстаграме, подписывайтесь туда, там я буду постить новости, там можно будет увидеть мою бомбическую форму. Все, всем хорошего дня.